Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жжет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Всем еще раз привет, друзья, это Intel Challenge Super Cup, последняя игра на сегодня, точнее последний матч на сегодня, Нерча против Димаги, ЗВЗ у нас на карте Металлополис, и комментирую для вас, как всегда, Virus Ukraine Star и Empire Zerg. Ну как? Почему мне каждый раз смешно, когда ты это говоришь? Чего? Я говорю, мне каждый раз смешно, когда ты произносишь, что последняя фраза. Не, я не переспросил, почему я спросил. А почему смешно? Да, почему смешно? Все, смешно уже было. Я понял. Окей. В любом случае, у нас кроссовые респауны. Можно халявить, можно ставить 16-ю локацию. Ну, я не думаю, что игроки будут рисковать, хотя Нерчи еще тот халявщик. Любит он ставить локацию 16-ю. Пока еще рано говорить об этом, но в скором времени мы это узнаем. В общем-то, все к этому идет. Пока посмотрим, будет ли какое-то различие между стратегиями двух игроков. Видим одинаковые лимиты, и сейчас, возможно, мы увидим развязку. Нет, Нерчи точно не ставит локацию, ставит пул. То есть даже не через газ, начинает играть через пул. Димага же пока еще в раздумии, он еще не знает пока, что будет делать. Но, как вы знаете, Димага любит ставить локацию, хотя сказать, локацию любит он ставить в ЗВЗ. И, наверное, правильно, особенно на таких кроссовых респаунах, которые будут, тем более против стратегии Нерчо, которая играет через пул. Сначала, то есть быстрых собак ожидать не стоит Димаги, можно ставить смело пару санок или даже вообще их не ставить. Не, лучше бы, конечно, поставить, потому что, судя по газу, будет сразу же, как только газ накопится, заказана скорость. И, возможно, Нерчо... Вот как раз поехал рабочий, а это рабочий Смотри, Димаги. Интересный диалог какой. Что такое? Нерчо, знак вопроса, Димага ХЗ. Я не знаю, насколько поляки понимают, что такое ХЗ. Или... Ну, вряд ли он понимает. Я тоже думаю, Димага просто так уже, знаешь, что ты от меня хочешь, друг, написал. Кстати, если вдруг Нерчо поставит сейчас... Да, он ставит хату. Вот, за счет этого, естественно, появятся более быстрые собаки, то если Димага не поставит две санки, а мы в предыдущих играх видели, что он ставил именно две, а не одну, то есть он не так в себе сильно, ну, как бы уверен, ну, это более сейфовый мод. Естественно, вторая санка лично... Ой, сейчас Димага потеряет овера, извини. Да-да-да. Это очень огромнейший фейл, на самом деле. Возможно, нет. Да. Я не думаю, что он отдал его специально. А вот вина, как раз. Хотя, ты знаешь, возможно, такой вариант, что он отдал его специально, чтобы посмотреть, а строится ли локация или не строится. Потому что рабочий, если я не ошибаюсь, там не успел разведать. Но это, кажется, маловероятно, потому что овера терять это очень и очень серьезно. Особенно в момент, когда собаки Нерчо уже подходят к экспанду, точнее к натуралу Димаги, но у Димаги тоже в этот момент вылупились собаки, и здесь уже Димаги больше. Вот, конечно, в чем преимущество. Нужно срочно сейчас ждать, пока достроится овер. Уже впереди сейчас, на момент, Нерчи. И строит он Бейлинг Нест. Очень и очень хорошая стратегия, на самом деле, сейчас вот Empire Нерчи. Димагин все-таки 16-й пул не оправдался. 16-й хэтчери себя не оправдала. Потому что скорость у него... давайте посмотрим. Хотя нет, скорость у него...
Да, чуть-чуть позже будет, чуть-чуть позже будет. Но по рабочим он проигрывает, у него нету даже в заказе Бейлинг Неста, и это очень-очень может сильно повлиять. Хотя Нерчо он не собирается атаковать, и смотри, я думал, что Нерчо пойдет в пуш какой-то после этого, потому что у Димаги все плохо на самом деле, он просто по стратегии проиграл своему оппоненту. Я думал, что он пойдет в пуш. И это было бы очень серьезно, на самом деле, против Димаги, потому что уже были бы бейлинги, тут Димага не смог никак обороняться. Но видим, что выбирая такую больше дефенсную страту, тут немножко зафейлил Нерчо, он поздно построил бейлингов. И сейчас, знаете, может... Но тут Димага не доконтролил, потерял очень много собак на одном бейлинге буквально. И все, в принципе, агрессия отбита. Агрессия отбита. И собаки, и бейлинги Нерчо забегают на главную базу. Ой, слушай, как так? Димага хорошо расконтролил. Да, развел абсолютно всех рабов. Не хочется почему-то Нерчо терять этих бейлингов, но можно было бы парочку рабов уже унести в могилу. Можно троих этих рабочих прийти. Да, но... ну давай, взорвись вот эти. Да. Ну, минус давай. Два. Минус два, но все равно здорово. Очень много они добывали рабочие Димаги здесь. И, безусловно, сейчас огромнейшее преимущество. Видим, что уже почти в два раза Нерчо опережает своего оппонента по лимиту. Ну, и по рабочим, кстати. Да, два раза ровно у него рабочих больше, чем у Димаги. У Димаги сейчас большие проблемы, не знаем мы, как он будет отбиваться, но, по-моему, имеет смысл поставить большое количество санок. Вот как раз вышел уже первый роуч. Нужно бы не пропустить собак на мейн, забегают собаки, начинают грызть рабов. Слушай, рабочих. И рабочие так красные были все. И сейчас минус это 5 да. Рабочих просто на ровном месте. Димага ничего не может сделать, его разводят постоянно этими собачками. Роучи у него слишком мало. Собаки до сих пор бегают. Неужели минус один... Да, еще одного рабочего успевает сгрызть Нерчо и почти сгрыз. Один хп остается. То есть забеганием собак сейчас Нерчо на ровном месте сделал минус 7 рабочих. Это, мало того, что у него было и так преимущество большое у Нерчо, точнее у Димаги все было плохо. Сейчас стало все настолько плохо, что можно строить масс роучи из двух баз, приходить и убивать. Димага просто не отобьется. Здесь просто нереально уже отбиться, когда такое огромное преимущество у вашего оппонента. Продолжает бегать собаки, еще минусуются два рабочих. Третий, четвертый, пятый. Все меньше и меньше шансов и даже надежд остается у Димаги на победу в этой игре. Какая у тебя минута? 9.12, 9.13. А у тебя? Сейчас. Сейчас все будет, да? 9.25 у меня будет, наверное. У меня тоже так же. Сейчас. Что ж, видимо, что уже заканчивается лейер. Строится он Эрчо. Добавляется еще две козелочки. Пока еще вторая не добавилась, но второй экспаншн на натурале. Уже заказан апгрейд. Димага вообще только строит рабочих. Не успевает иногда даже отстраивать. Постоянно ему приходят и убивают. Поэтому я даже не знаю. Стоит ли Димаги? Хотя, конечно, всегда стоит продолжать играть, пытаться выигрывать. Он не знает на данный момент, что происходит на базе Нерчо, а у Нерчо все просто прекрасно. Уже грейд пошел на скорость роучам. Можно даже локацию третью ставить. Да, но я думаю, сейчас просто Нерчо смело продавит, точнее, додавит уже наконец. Наберет определенную массу роучей. В общем-то, по лимиту он в плюсе. В достаточно большом, даже в слишком большом плюсе. О боже, еще минус 2 рабочих. Минус 3 рабочих. Буквально пару зеркушат пробежало. Непонятно, как они вообще пробежали. Я тоже не понял. Мимо роучей, мимо квины, которые тут стояли на рампе. То есть... И вот, в общем-то, мы видим, как Empire Nurture выдвигается всеми своими роучами. А здесь вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Да, у Димаги совсем ничего нет. Добавляется 3 санки. Возможно, они хоть как-то помогут. Они не успеют достроиться. Да, но 4 роуча против 14. Это слишком большая разница. Сейчас посмотрим, чем все это дело кончится. Смотри, какое количество санок. Видит, конечно, с помощью оверлордов. Огромное количество врачей. И, ну, да, не успеют они никак доделаться. Если бы чуть-чуть пораньше он их заказал, как раз то, о чем я говорил. Отменяется одна плетка. Нужно все-таки попустить плетки, а не роучей, мне кажется. Было бы более правильно. Но смысла большего нет, да. Димага написал GG, 1-0 в пользу Нерчо сейчас. И мы продолжаем, наверное, даже
Хотя нет, сделаю все-таки стоп-старт очень давай быстро. Давай, последнюю. Да, сейчас стоп-старт только сделаю и все нормально. Давай.